Полиция объявила охоту на нелегальных перевозчиков. Операция с говорящим названием «Такси» прошла в центре Петербурга. Сотрудники госавтоинспекции заняли одну из стратегических точек для тех, кто зарабатывает частным извозом, площадь возле Московского вокзала. За два дня они проверили почти 500 водителей. Каждый 15-й оказался нарушителем. Им грозят штрафы за выезд на дорогу в неисправном автомобиле, за отсутствие страховки или регистрации в России. А машины таксистов, перевозивших пассажиров без лицензии, эвакуировали на спецстоянке. Вернуться к работе они смогут только после решения суда. Целью данного мероприятия является снижение аварийности и повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах Санкт-Петербурга. Указанные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Причиной масштабных рейдов стали аварии. С начала этого года в Петербурге зафиксировали более 130 серьезных ДТП с участием такси. Так, в минувшие выходные на Литейном проспекте столкнулись две машины, водители которых сотрудничали с агрегаторами. Тяжелые травмы получили четверо пассажиров.